Вот оно, святое место. Все хотят сюда попасть, потому что 500 стартапов, помимо того, что они дают тебе деньги, они еще и дают какие-то навыки. И в будущем они помогают тебе привлечь следующий раунд инвестиций. Опа, здравствуйте. Классно. Сломали мне ногу. Привет. Я Дмитрий, очень рад. Может быть, кто-то здесь и владелец какого-нибудь будущего Airbnb сидит, да? Да, вполне. Вполне возможно. Это наш акселератор. Угу. Здесь как бы ребята, которые проходят акселерационную программу. А это не сотрудники компании? Нет, вот в этой части у нас только стартапы, да, то есть те ребята, которых мы проинвестировали, вот они проходят 4-месячную программу, и они здесь 4 месяца живут и работают. Угу. Книжечки. Что ты можешь посоветовать? Так, что здесь есть? Вот Наполеон Хилл, например. Думай, как... Богатый, да, человек, да? Да, да. Хорошая книга, прочитайте, пожалуйста. Вот это наш ментор, например. Он написал эту книгу, и он сразу пришел к нам буквально, когда ее опубликовал. Ты знаешь, что у меня моя книга побила все рекорды? Да ты что? Да, по бизнесу. Где? Первая часть больше 200 тысяч книг, а вторая 50 за 3 недели. Да ладно, у меня две части уже. Но это как мой дневник. Вот, я его веду, все, что в моей жизни вообще происходит, какие-то выводы, какие-то интересные истории. И сейчас это самая продаваемая книга по бизнесу в России. Да ты что? Да, да. Ну, как-то так. В следующий раз приезжай с книгой. Наша любимая чай. Она сейчас в конце недели опустевшая немного. Тан-тан-тан. Кстати, отсюда вы проводите? Здесь, да, проходят наши интервью. То есть, как правило, обычно мы здесь интервьюируем. Если вас пригласили на это интервью, значит, здесь будут сидеть 6 умных людей, которые будут вам задавать много умных вопросов, да? Иногда больше. Ну, то есть важно понимать их бизнес-модель, объем рынка. Ну, в принципе, вот этот питч дек, о котором я говорила. А какой самый неприятный вопрос, который не нравится никому? Наверное, всегда, вот когда спрашиваем о челленджах, то есть в чем, какие как бы подводные камни, с которыми вы сейчас справляетесь, не очень приятно, но как бы это реальность, и это важно понимать, насколько фаундеры как бы открыто об этом говорят и, ну, как бы понимают. Если они говорят, да, если говорят, все нормально. Прекрасно, точно так же, как и про конкурентов. Вот иногда спрашиваешь, кто ваши конкуренты, когда говорят, у меня нет конкурентов, то как бы здесь уже как бы red flag, да? Алло? Есть... Алло? Алло? Трубку вроде. Да, да, да. А это вот, да, здесь мы проходят все наши выступления. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Портнягин, я не говорю по-английски. Так, где мой переводчик? А у тебя какие ключевые компетенции? А я вот как раз-таки строю образовательную программу, которая здесь проходит, ну, наша акселерационная. То есть я работаю с менторами, инвесторами. Здесь вот это наша команда. Ой, молодые ребята, кстати. Все молодые. Не хочешь взять парня на практику? Интерна. Подумаю. Пришлю тебе application. Возьми меня, пожалуйста. Знаешь что, я просто хочу переехать в Сан-Франциско на несколько месяцев. Я бы поработал бы под твоим руководством хотя бы пару недель. Летом у нас идет набор. Можно, да? Интернов. Я вообще лучшим буду. Отвечаю. Сейчас мы должны с вами задать самые важные вопросы и получить на них ответы. А каждому из вас нужно слушать внимательно. На самом деле, это компания, в которую хотят попасть IT-предприниматели со всего мира. Попадают только единицы. Давайте вот все сейчас спросим у управляющего партнера. Ну, у меня первый вопрос. Почему компания называется 500 стартапов? С чем это связано? Многие думают, что название такое, потому что мы хотели проспонсировать 500 стартапов. Но на самом деле все не так. У одного из наших основателей на момент запуска проекта был блог под названием «500 кепок». И в какой-то момент мы подумали, почему бы не назваться 500 стартапов. Вот вы, как управляющий партнер, вы вообще ходите на какие-то тусовки, общаетесь ли вы с людьми? И как часто к вам приходят люди, которые говорят, пожалуйста, возьмите меня? Для нас очень важен тот факт, что мы находимся в повестке. Наш фонд очень часто предпочитает быть первым инвестором. Изначально мы думали, что это всегда неплохо, когда люди приходят через рекомендации,
просто от кого-то, кого ты знаешь. Но это очень небольшая группа. Люди, как мы, знакомы чаще всего только с такими же, как мы. Для нас крайне важно понимать, что мы глубоко интегрированы во все возможные группы. Как я говорила раньше, мы инвестируем в проекты в 75 странах. Для нас очень важно иметь хорошие отношения и надежных партнеров по всему миру. Но конкретно к вам, с какими вопросами в основном люди обращаются, и как много этих людей, которые за вами именно гоняются? Мы инвестируем только в IT-компании. Не обязательно они должны быть очень глубоко завязаны на IT, но именно технологии лежат в основе их бизнеса. Поэтому в нашем портфолио, например, нет малого или среднего ритейл-бизнеса. Но мы абсолютно точно занимаемся всем, что связано с технологиями. Мне очень интересно, те компании, которые сейчас имеют оценку больше миллиарда долларов, наверняка эти компании когда-то заходили в ваш акселератор. Какие это были компании, из каких вообще сфер? Было ли с самого начала понятно, что эти компании станут настолько большими? У нас есть хрустальный шар, который говорит, каковы шансы на успех. Но, отвечая на ваш вопрос, к сожалению, мы не знаем, кто будет победителем здесь, потому что если бы мы знали, то после инвестиций в такое количество компаний мы бы уделяли время только успешным проектам. На ранних стадиях проекта очень сложно сказать, какая компания станет единорогом. Когда мы инвестируем в них, мы всегда верим, что у компании большое будущее, иначе мы бы не инвестировали. Но всегда существует множество рисков. Были ли такие проекты в 500 стартапов, которые к вам приходили за тем, чтобы получить первые какие-то раунды инвестиций, и потом они получили эти раунды от других компаний и выстрелили, а вы все-таки не поверили в эти проекты, и вам стало от этого грустно? Ответ на этот вопрос следующий. Во вселенной рисков, которые мы видим, из этой, так скажем, 1000%, на самом деле только 2 или 3% компаний станут единорогами. Упускала ли я компанию-единороги? Да. Иногда ты упускаешь такую компанию, потому что думаешь, что очень хорошо знаешь этот рынок. Например, в самом начале мы упустили Uber, потому что когда они презентовали идею, мы подумали, что риски слишком высоки. Вкладывать 10 миллионов? А, ну уж нет. И теперь я думаю, что было у меня в голове? Но всегда легко сказать, это было дорого, о чем я думала, как я их упустила. Но у нас были хорошие проекты после, так что ничего страшного. Для вас это важно? Если я являюсь инфлюенсером, я приду к вам со своей идеей. То есть будет это неким таким дополнительным бонусом, плюсом для того, чтобы выбрать меня как того человека или мой проект для того, чтобы инвестировать? Большая аудитория – это одна из тех вещей, которые мы оцениваем, когда рассматриваем заявку. Это значит, что есть понимание, как работает дистрибуция, рынок и так далее. Конечно, мы инвестировали в инфлюенсеров, потому что это будущее рынка. Люди прислушиваются к тем, кому они считают себя причастными. Сейчас вы увидели пример того, как мыслят люди, когда запускают какие-то проекты. Я могу сказать, что этот человек очень и очень опытный. Наша с вами самая главная задача – это видеть вот эти вот проблемы, видеть эти боли на рынке, которые мы можем решить. Потому что, создавая огромную ценность на рынке, вы можете заработать большой капитал. Небольшой эксперимент. Значит, я не мог просто так вас отпустить и не показать, как правильно нужно питчить. Зак, он сейчас проходит акселерацию в 500 стартапов, он из Нью-Джерси, он даже немножко разговаривает по-русски. Да, немножко. Мы сейчас это покажем вам вживую, поэтому ставьте лайки и поддерживайте Зака. И третье, учитесь, короче, как правильно нужно питчить. Зак, у тебя есть ровно 2 минуты для того, чтобы рассказать о своем проекте. Класс. Ладно? Классно. Время пошло. Окей. Меня зовут Зак Оутс. Я основатель компании Avation. $250 000 – наш ежегодный доход. Каждый год мы растем на 25%. Не правда ли странно, что онлайн-бизнесы имеют в распоряжении все эти классные инструменты для взаимодействия с клиентами? Но у бизнесов в офлайне почти ничего этого нет. Для них практически невозможно измерить удовлетворение клиента от сервиса. И недовольные клиенты превращаются в негативные отзывы, каждый из которых стоит бизнесу от 300 до $500. С Avation наконец-то можно получить контроль над ситуацией. Используя наше устройство, клиенты оценивают свой опыт общения с брендом за долю секунды. Если клиент недоволен,
С ним можно моментально связаться, чтобы разрешить проблему до того, как она станет негативным отзывом. Наши клиенты нас обожают. Они видят, что негативных отзывов становится на 300% меньше, а прибыль увеличивается на 10% в месяц. И так как 95% наших клиентов загружают обновления, мы уверенно занимаем место на этом рынке общей стоимостью в 32 миллиарда долларов. Наша команда разработала и продала 2 стартапа. Мы были в топ-100 компаний с лучшим клиентским сервисом по версии Fortune. У нас 25 лет опыта в продажах. Итак, это Ovation. И это только начало. Присоединяйтесь к нам. Спасибо. Спасибо. Это было круто! Я ничего не понял. Учитесь разговаривать так же, как Зак. Расскажите, пожалуйста, о своих ценностях перед тем, как пойдете к инвестору. Повторение мат учения. Повторение мат учения. Как Эдилан сказал. Обязательно заранее потренируйтесь и расскажите о всех ценностях вашего продукта. Добро пожаловать в Америку. Классно, что русские работают в таких классных компаниях. Как ты вообще сюда попала? Хорошо совпало стек, вот направление, да, работы со стартапами и так далее. Мы на тот момент в Киеве были одни из первых, кто запустил бизнес-акселератор. Я посмотрела и как бы помогла многим стартапам. Сейчас пришло время как бы углубиться в один и посмотреть из глубины, как его строить и работать. Я уже вот больше 3 лет в команде 500 стартапов. Как вообще, в принципе, попадают сюда компании? У нас 2 программы в год, каждая по 4 месяца. Подаются к нам в целом так порядка 3000 заявок вот в один набор. Из них мы берем вот 30-40 проектов. У нас как бы нет предпочтения, что это только там проекты американские, то есть это абсолютно diverse такая экосистема, которую мы строим. И это наше как бы основное такое призвание. Сколько вот из 3000 идут на собеседование? Ну, где-то мы интервьюируем порядка 300-400 команд. После этого у нас примерно получается пул из где-то 60 проектов. Мы делаем такую pre-selection campaign, когда мы приглашаем вот 60, например, проектов. Они сюда к нам приезжают на 3 дня, мы им оплачиваем перелет, проживание. Мы вот так 3 дня проводим вместе, и становится понятно, как бы подходим мы друг другу или нет. Если вам команда понравилась и продукт тоже, то о каких суммах может идти речь и что вы даете помимо денег? У нас инвестиция достаточно стандартная. Мы инвестируем 150 тысяч долларов за 6% equity компании, да. Здесь стандартные условия, как правило, для всех. Если у меня нет MVP, например, я не могу не показать никакие цифры и то, что эта идея жизнеспособна, то мне здесь делать нечего точно. У тебя может еще не быть продаж или быть на самом начальном уровне. Мы никогда не отказываем в целом. Вы не прошли, и все. Мы всегда объясняем, почему. И если мы видим потенциал, но видим, что на данный момент проект еще как бы на ранней стадии, мы рекомендуем как бы поддаваться на следующие программы и как бы смотреть трекшн. Если фаундер из России и его продукт на российский рынок, это проблема? Это не проблема. Я бы сказала, если фаундер из России, ну, хочет поднимать деньги здесь у долиновских инвесторов, тогда обязательно его компания должна быть зарегистрирована здесь, в Delaware. Когда мы подаем заявки в 500 стартапов, там есть поле, где прикрепляется документ. Что лучше туда прикреплять? Это должна быть презентация в PowerPoint, или это должно быть видео, или там, я не знаю, что-то еще? Презентация, да, то есть это должен быть pitch deck, когда мы откроем, пройдем по слайдам и поймем, о чем бизнес, какие есть метрики, кто команда, какой рынок, competition и так далее. У нас все наши питчи — это 2 минуты. И вот там был прям, не знаю, взрыв, всплеск эмоций, потому что невозможно за 2 минуты ничего рассказать. Должно быть минимум там 5, а то и 20 лучше. Вот. И мы сказали, нет, будет 2. Да, мы над этим очень много работали, не одну неделю, чтобы выстроить как бы структурно все вложить в 2 минуты, но, как оказалось, это возможно. Обязательно посмотрите, как наши проекты там питчились. Поэтому очень важно это делать структурно, коротко и по сути. Эксклюзивно для трансформатора прямо из офиса 500 стартапов. Поехали! Плохая новость. Кажется, моя Tesla куда-то перепарковалась.
она была здесь. И кажется, здесь нельзя парковаться. Что нужно делать в таких случаях? Позвонить владельцу? В чем прикол-то, что... То, что Дима, когда мы сюда шли, говорит, я бы без тебя эту машину не нашел. Я не помню, где она. И он и со мной ее не нашел. Никто ее не нашел, потому что ее здесь нет. Кроме уборщика. I have a problem. Здесь прям стоял, да? Здесь, да. Вот эта вот тема, знаете, наша, российская. Пронесет там, повезет. Я же быстро, я же на 5 минут. Она здесь не работает. И что дальше? Они стрит в Сан-Франциско. So I just wanna know where is my car right now. 457th Street. Okay, San Francisco, California. Yeah, I see. Thank you so much for help. You're welcome. Thank you for calling. Bye-bye. Ее угнали или утащили? Вот это самый главный мне вопрос сейчас. Ну, я им сказал driver license, они сказали да, она здесь. Ну типа. Все. Можем съездить с тобой? Да, конечно, поехали. Сколько ехать? 10 минут. Машину не угнали. Это самое главное. Здесь, да? О, на авторитуре, да. Бежу в парковку. Опа! Проклятие посылает. All people same problem, да? It's all now. Just a moment. It's everyone now. The same problem. Within 10 minutes, 15 minutes, they took every car. Is this first time for you? Yes. First time. Yeah. And me. I'm 2 days in USA. From where? From Russia, Moscow. It's not Trump. Я не виноват. Ну, у всех одинаковые проблемы. Здесь нельзя снимать, на самом деле. Мы взяли номерок, сейчас отстоим в очереди. И нам дадут какую-то уже более конкретную информацию. Следим дальше. Охренеть, 583. Да. 583 бакса. Это сколько в рублях? Это вот столько. Офигеть, 40 тысяч. Это 3 часа. Нас не испортить деньгами. Чтобы не было с нами. Остаемся с собой. Вот так выглядят крокодилы здесь. Красивые, мощные, красного цвета. Форды. Машину мы получили. Если у вас утащили тачку в США, значит, первое, что вам нужно сделать, зайти в Google и найти ближайшую штрафплощадку. Мы позвонили по телефону первой площадке, она сразу подтвердила, сказала, что да, эта машина здесь. Ну, в принципе, на самом деле, они достаточно френдли. Все очень быстро, сервис видно на высоком уровне. Оставляйте тачки только там, где их можно оставлять. Все, давай. Спасибо, мужик, все, до завтра. Давай, спасибо до тебе. Спасибо Руслану Гафарову, что он нас подхватил. Блин, а хорошо, если бы не Руслан, мы наши, бы потерялись. Наши люди, да. Ребята, лайки внизу в комментариях, вопросы пишите, отвечу.